Когда я была совсем маленькой, я уже тогда жаждала петь. Я одевала мамины туфли на высоком каблуке, красила помаду, одевала ее аксессуары и садила свою семью. И перед ними выступала, пела, танцевала. И для меня это было безумно. Я была счастливая тогда, так как моя семья мне аплодировала. Сегодня я могу сказать, что я нашла себя как певица. Я знаю, на что я способна, и верю в свои силы. Публика для артиста – это вдохновение, это благодарность за мои труды в моем случае. Знаменитость не может позволить себе плохо выглядеть, вести себя непристойно и ругаться, громко ругаться, выражаться нецензурной бранью. Мой главный недостаток – это, наверное, моя обидчивость. Я очень ранимый человек. Я очень быстро обижаюсь. Я могу обидеться за нечаянно сказанное слово. Ну, при этом я, конечно, быстро отхожу, но все-таки мой недостаток – это обидчивость. Она мне очень сильно мешает. Мужчине главное – отвечать за свои действия, за свои поступки, за свои слова. Качество, которым я горжусь, это мой труд, трудолюбие, то есть мое упорство и моя целеустремленность. Мечта всей моей жизни – это быть любимой супругой, безумно счастливой матери. Леди – это культурно воспитанно, с хорошими манерами, с богатым внутренним миром. От этикета до всеобщего кругозора очень интеллигентная женщина, я бы так сказала.